Я сижу дома, за окном идет дождь, я в халате, попиваю чаек и смотрю дурацкие видео на YouTube. Есть такая притча. В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один верующий, другой нет. Один спрашивает другого: а ты веришь в жизнь после родов? Верующий: конечно, всем понятно, что жизнь после родов существует. А здесь мы, чтобы стать сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом. Это все глупость. Никакой жизни после родов нет, говорит неверующий. Разве ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть? Верующий: ну, я не знаю всех деталей, но там будет больше света и радости, и мы будем, например, есть своим ртом. Это смешно. У нас есть своя пуповина, и она нас кормит. Оттуда еще никогда и никто не возвращался. Жизнь просто заканчивается родами. Верующий: нет, я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом случае мы увидим маму, и она позаботится о нас. Маму? Спросил неверующий. Ты веришь в маму? И где же она находится? Да она везде, она вокруг нас. Благодаря ей мы живем, а без нее мы ничто. Неверующий младенец: полная чушь. Я не видел никакой мамы, поэтому очевидно, что ее просто нет. Нет, я не согласен. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я верю, что наша настоящая жизнь начнется лишь после родов. А ты веришь? Шах и мат, скептики и атеисты. Fatality. Но давайте попробуем разобраться в этой истории. Почему она не доказывает необходимость верить в загробную жизнь или там, возможно, Бога? Потому что когда обычно приводят эту притчу, подразумевается, что она должна вас убедить в том, что верить нужно. Давайте разберемся, в чем загвоздка, в чем суть этой истории. Итак, есть два плода, они могут между собой общаться, разговаривать. Один верит в то, что есть жизнь после рождения, и в то, что есть мама. Другой, соответственно, в это не верит. Однако в этой истории нет ничего, чтобы нам показывало, что первый прав, а второй, к примеру, не прав. Что вера в первого оправдана, и то, что в итоге оказывается, что действительно есть какая-то жизнь после рождения, есть мама и все такое. Нам, видимо, предполагается просто поверить, что это так, потому что в реальности, в нашей реальности, невымышленной истории, это так. Однако такой переход, такой перенос знаний из нашего реального мира в эту воображаемую историю абсолютно ничем не обоснован. Почему мы должны считать, что в этой истории является истиной, если на это даже не по условиям задачи? Нету в самой этой истории упоминания о том, что да, он родился и он оказался прав. Такой перенос абсолютно логически ничем не оправдан, ну, кроме желания того, чтобы верить в нечто потустороннее, в то, что после этой жизни нас ждет другая жизнь, лучшая, и ангелы будут петь на небесах. Что еще важно заметить? Аналогии на самом деле ничего не доказывают. Если кто-то вам пытается что-то, так сказать, втереть, или пытается загонять какую-то историю, или пытается в чем-то вас убедить, приводя лишь какие-то притчи, аналогии, вымышленные истории, то знайте, он просто пытается манипулировать вашим сознанием, он просто пытается навязать вам некий вывод. А ты веришь? Итак, есть ряд утверждений и ряд выводов, которые предлагаются принять как истинные. А. Дети в утробе могут верить или не верить в существование жизни после утробы. Б. Существует жизнь после утробы. С. Люди могут верить или не верить в существование загробной жизни. Д. Загробная жизнь существует. Здесь предлагается такой ход рассуждений. А. То же самое, что и С. Следовательно, Б. То же самое, что и Д. Однако такой ход рассуждения на самом деле страдает отсутствием логики. Здесь есть нарушение. А именно, из утверждения то, что А то же самое, что и С, не следует то, что Д это то же самое, что и Б. Такая схема совершенно логически неоправдана.
Еще что важно знать об этой истории. Почему она далека от реальности? В реальности у нас есть скептический подход, у нас есть наука, у нас есть эмпирический метод, при помощи которого мы можем узнавать, что является достоверным, а что нет. В этой истории один ребенок в утробе спорит с другим, другой сомневается, но мы ничего не знаем, есть ли у того другого все вот это, скептический подход, научный метод, и метод эмпирики, мы ничего об этом не знаем. То есть данная история, опять же, не отражает той реальности, которую мы на самом деле имеем. В реальности мы должны, чтобы знать, что верно, а что нет, должны опираться не на просто веру, не на какие-то аналогии, которые оказываются ложными, а мы опираемся на науку, на критическое мышление. В реальности существуют скептики, которые не верят не потому, что просто чего-то там не видят, а потому что не существует каких-то четких доказательств существования загробной жизни. Когда ты слушаешь эту историю, ты не знаешь, смеяться тебе или плакать, потому что, ну, такая наивность, такая детская простота ей присуща, и в то же время логическая несостоятельность. Ну что ж, друзья, давайте просто подведем некий итог. Истории, аналогии не являются доказательством. Если вы скептик, если вы критически мыслящий человек, то вы должны опираться на доказательства, полученные научным методом. Я уверен, что на самом деле, будь эта история как-то приближена к реальности, ребенок номер два имел бы возможность каким-то образом проверить, существуют ли какие-то действительно свидетельства, которые можно было бы назвать весомыми. В реальности мы используем науку для того, чтобы узнать об окружающем нас мире. В реальности нам нужны доказательства в пользу того, что наши знания о мире верны. И мы должны идти скептическим путем, задавать вопросы, сомневаться, проверять, перепроверять те знания и те утверждения, которые нам предлагаются. Мы должны приводить серьезные основания для того, чтобы во что-то поверить. Что вы думаете об этой притче, также можете написать в своих комментариях. Не забывайте подписываться на мой канал, вы можете также помочь его развитию. Спасибо за просмотр!